Девочки, привет! Вы попали на мой канал. Сегодня я снимаю видео «Историю своих первых месячных». У девочек они начинаются приблизительно в 11-13 лет. У моей мамы как раз таки они пошли в 13 лет, а у меня в 14,5. Начнем с того, что я принимаю не сильный гормональный препарат, поэтому, возможно, из-за него у меня месячные пошли в таком возрасте. Если вы хотите узнать поподробнее, почему я принимаю гормональный препарат, то пишите в комментариях, я сниму отдельное видео на эту тему. Я уже знала, что такое месячные, почему они приходят и чем нужно пользоваться во время месячных. Они у меня пошли 12 марта в 2019 году. Чтобы вы понимали, еще даже года не прошло с момента моих первых месячных. 11 марта в школе у меня болел живот, не низ живота, а просто живот. Я подумала, что я что-то не то съела, и меня отпустили домой, я приняла таблетку, и мне стало легче. 12 марта в школе у меня снова заболел живот, и, собственно говоря, я не уходила домой, не принимала никакую таблетку, он прошел потом, и все было нормально. Но у нас как раз-таки во вторник была физкультура. Я пошла на физкультуру, позанималась, и потом, когда пошла в раздевалку переодеваться, увидела на нижнем белье какое-то пятно, и поэтому потом я пошла в туалет и посмотрела. Это было такое пятно коричневого цвета. На самом-то деле я была рада, потому что я хотела уже, чтобы у меня были месячные, чтобы они пришли наконец-таки. Потому что я уже ходила к врачу на УЗИ, чтобы он меня посмотрел и сказал, почему у меня до сих пор нет месячных. Ну и, собственно говоря, да, это были месячные, они у меня длились неделю, они были необильными, и я пользовалась вот такими вот прокладками Bella Perfecta Ultra Violet. У них поверхность сеточка, довольно-таки хорошие прокладки, вот ими как раз-таки я и пользовалась. И да, я домой не отпросилась, то есть я увидела, что у меня пошли месячные, и я домой не отпросилась, то есть я еще сидела два урока. Когда у меня месячные прошли, мне мама сказала, что следующие месячные могут пойти и через 2 месяца, и через 3 месяца, потому что первый год-два цикл только устанавливается. Конечно же, я об этом знала и не придавала большого значения. В итоге следующие месячные у меня пошли через полгода, в 15 лет. То есть промежуток между первыми и вторыми месячными составил 6 месяцев. После месячные длились практически регулярно. Цикл составлял примерно 21 день, и я поехала в декабре 2019 года, в конце декабря на Новый год я поехала в Киев, и чтобы вы понимали, у меня пошли месячные через 6 дней, ну то есть цикл длился 12 дней. У меня прошли месячные, я думала, все отлично, у меня на Новый год месячных не будет, прошло меньше недели, то есть 6 дней, и у меня пошли месячные. Прямо в Новый год, 31 декабря. Я была в шоке, потому что цикл продлился 12 дней. Но это, скорее всего, из-за того, что была перемена климата какая-то. И я этому тоже большого значения не придала. Ну и, собственно, после этого месячных у меня не было. То есть до сих пор у меня снова задержка. Задержка уже 40 дней. То есть 40 дней назад у меня должны были пойти месячные. Ну и на этом все, вот такая вот у меня история первых месячных. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие вы хотите видеть видео на моем канале. Всем пока!